Всем привет! С вами Константин, и вы, как всегда, на канале Мережка ТВ. Вернулись мы в то же место, где я сохранялся. Но когда я... такое небольшое вступление, да? Когда я редактировал видос, у меня ж не этот самый, не монитор, у меня телевизор большой. Но он в качестве HD, и мелкие тексты мне херово видно. Ну, я ж еще старенький, в очках, и поэтому... Так вот, когда я редактировал видос, я прочитал, чтобы вот этого Адама нам из сестричек взять, нам надо завалить, этого папочку. Короче, нам придется бодаться с этим монстром. Не знаю, как это будет происходить, если мелкие, сука, такие порой попадаются. Непонятно что, Ладно, погнали. Что у нас там за задачи? Задачи. 7 частей. Где они? Где они, суки? Где вы? А, вот. Раствора хлорофилла. Надо найти еще 2 штуки. Где его искать? Ума не приложу, но, наверное, еще на рынке. Вот раз у нас нету никаких стрелочек, нажмите. Какие-то мутанты. В пологие холма нам надо идти. Пологие холмы. Теперь карту. Это не карта. Пологие холмы. Винокурня. Каркади. Верхний этаж винокурни. Винокурня. Пасека. Шмасика. Аркадия. Рынок. Ладно, вот тут этот черт где-то мычит. Давайте, может, его... Вон он. Так и мы ее заходим. А, так гранатами нихуя себе. Трудно находиться рядом с ними. Даже с этими имплантатами в животе. Они все равно остаются детьми. Пошли ее. Так, спасти. Иногда да, спасти Эл. Иногда они улыбаются. Во! Спасибо. На здоровье. И долларов. Нихера себе, сколько долларов. Гвоздомет. Где оно кашляет, блядь? А как же нам гвоздомет этот забрать? Никак. Мы не можем им стрелять. Где ты кашляешь, блядь? Мы еще кого-то загасили. Что тут блестело, теперь я не вижу. О, тут еще один, братан. Просто ж для чего нам этот Адам нужен? У нас бабок уже. Тут обеспеченные, оказывается, маргиналы. Меня заставляют бить все, что я вижу. Так, комментарии разработчиков. Это мы здесь, помню, в дырочку мы прыгнули. Туда мы заходили, я помню, что... Генный бак, да? О, а у нас все уже тут заполнено. Мы можем выбирать. Бухлишка. Так, выбираться надо наверх. Вот та штука, по-моему, да, на оружие. Вот он. Черт.
вонючим, блядь. А у этого мало, 4 только бакинских комиссара. Так, все, патроны, блядь. 2 патрона. А, у нас же проблемы с патронами. Как ни странно. Хотя хули тут странного? Я ж гашу, блядь, в разные стороны. Без какой-либо тактики, блядь. Где ж ты мочишь? Где ж ты мочишь? Я так забуду, что нам вообще делать. Оп, оп, оп. Кто, кто? Кто, где? А, это наш. Значит, он кто-то рвет. Вот он, вот он. Сука, сука. Годится, годится. Этот годится. Там еще какой-то черт, блядь. С кем-то ж воевал. Моя турелька воевала с кем-то. С этой вафлей, не? С этим, наверное, перцем. Так, а шо? Ну, папочку-то мы завалили. Чего мы не можем его взять? У нас места не хватает или что? И мне вообще это непонятно нихера. А сейчас он не светится. Так а где эта сестричка? Что за подъебон? Это развод получается. Что там? Дистиллированная вода. Как нам ее, блядь, взять? Вот так. Сука, надо это, блядь, включать. Как он это? Блять, хотел быстро сказать. Телепортатор. Еще где-то, бля, мочит. Ну ладно, я уже забуду за нее. Генный банк, вот генный банк. А он у нас где-то ж был рядышком. Он, по-моему, внизу был. Хотя из-за одной воды, блять, нахер она нужна. Не понял. Восторг напоминает агент. Но оно таит в себе опасности. Ну давай уже, потухай. О, вот таких надо чертей ловить. А что, опять? Сумка полна. Погнали. Так, взломать. Вроде как несложно.
Где? Сюда давайте. Раз, сразу. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Блять, одну горизонтально, вот. Зашибись. Я молодец. Так, ну что мы там можем купить? Этого сколько у нас? У вас 12, да? А, это патроны револьверные. А мы тут не сильно евы. У нас 8. Давайте аптеку. Пусть они будут, но их нахер. Картечь, блядь, тут херня. Ну, патронов револьверных. Пусть будут тоже. Бронебойные. Возвращайся, когда будут деньги, приятель. Во! Бронебойная. Противопехотная. Ну шо ты, брат, готов получить пизды? Жалко, конечно, их. Они вроде как меня, блядь, защищают тоже. Но опять же... У них бабок много. Потерялся я опять. Так, если отсюда он стрелял. Не понял. А, сюда. У этого капуста. Немного, правда, но... Мы думали, что спрячемся тут от света, но мы ошиблись. Прости, отец. Я сделаю, что скажу. Сделаю все. А в этом что? Картечь, пленка, револьверные, бронебойные. Ну, то же самое почти. У них, оказывается, разное все. Куда идти, хер его знает. Это ж тот черт, да? Не, это не тот. Добро пожаловать. Блядь. Это ж мины были. Зачем ютиться на обочине жизни?
Новая линия плазмидов Суперспорт превратит вас в атлета. Посетите нас в медицинском павильоне и получите бесплатную пробную двухчасовую дозу. Вы оцените разницу, и она ее тоже оценит. Хо-хо, нормально. Интересно. Разломайтесь. Ой-ой-ой. Сети его слабы, но сила его велика. Блять, там вон, сука, много всего. Может попробовать взломать? Ну, один разочек. Блять, я даже, сука, не могу. Да нихуя себе один разочек. С такой скоростью, блядь, колбасы, блядь. Его свет сияет даже здесь, а я тут что, не был, что ли? Ой, мне позвонили, я отвлекся, и вот что я увидел. Нажимаем на паузу. И у нас тут вот одна маленькая сестричка. И она у нас с розовыми щечками. Походу, на этом уровне нет уже. Эти просто блукают, черти. Ну да ладно, будем разбираться. Потому что я так понял, если я буду играть так, как в предыдущие, во все игры я играю. Универсальный. Что он делает? Препарат лазера. Автовзломщик. О, автовзломщик. Я могу сделать три. Я их, наверное, сделаю. Картечь, револьверные противопехотные патроны. Сейчас попробую взломать. Кто там, блядь? Иди нахер. Не до тебя. Мы тут сейчас заняты. О, тут легкотня должна быть. Где оно? Где оно вообще? Вот оно. Сюда пусть идет. И куда нам сюда, сюда, блять, что-то заканчивается, ёб твою, блять. Ну давай сюда пусть идет. Сюда, блять, блять. О. Взломщик, аж 4 теперь могу сделать. Или было 4, да? 1, 2, 3. Взрывающаяся картечь, 4. Так, так. Ну давайте, наверное, картечи еще, да? Бронебойные патроны. Нахуй, давайте по-человечески уже, блядь. Препарат лазера. Я не знаю, что это. Куда мне его? Или пусть будет. Восстанавливающая жизнеспособность мертвых растительных тканей. Ладно, пусть будет. Ну хер, а вдруг, блядь, пригодится. Задание выполнено. Судя по звукам этого универсального конвертера, ты, кажется, счастливый отец нового препарата лазера. А теперь опусти препарат в устройство, именуемое центральным туманообразователем. Будем делать газ. Так мы сделали, блядь, по сюжету. Так, невзначай. Вот, а взломщик, наверное, мы сюда. Есть же у нас. Просто я пока разговаривал, я даже забыл, что мне делать. Бронебойные, денежка. Удачно мы зашли, да? Да нифига себе. Аптечка.
все. Прекрасно. Просто прекрасно. Что это у нас было? $3. Опять надо что-то покупать. Генетический банк. Аптеку обязательно берем. Но я больше... А он даже взломанный. Или его не надо ломать. Так, огонь. Давайте, может, огонь поменяем на телекинез. Да, вот это телекинез. Физические тоники. Сильнее и крепче. Блять, как нам вот это пооткрывать? Закрытая аптечка. Аптечка. Вот как ее открыть? Чтоб их было 5 штук, я там накидал бы себе и ходил бы себе спокойно. Блять, они у нас стоят. Только мне непонятно, как они работают. У нас тут полно всего. Или не стоят. Если кто знает, напишите хоть в двух словах. Так, это то, что было. А его надо взламывать? Да, надо взламывать, сука. Я бы еще, может, патронов бы сделал. А ну, глянем. Он легенький должен быть. Должен быть легеньким. Только насколько легеньким? Блять, какого ты хуя? Сука, падла! Не хочу я тратить на него. О, молодец. Они ж потом так и остаются, да? Ну, я как понимаю. Бронебойные патроны. А, это мне на автомат. Блять. Я их взять не могу. Ёб твою мать, я наделал, блядь. Здорово, блядь. Посмотрите, он меня... Только хотел сказать, не трогает. Ну, вообще не обстреливает. Блядь, меня уж жаба давит. Ладно. Это где они? Ну, я ж, наверное, не вернусь уже сюда. Вот задание у нас тут. Падла. Что там блестит? Мина. Мина — это хорошо. С этими патронами вообще прекрасно. Так, а что он у нас? И блять, и что? Не сопротивляйся неизбежно.
Скоро у тебя кончится кислород. Блять, кто это? Где оно, падла? Или это просто так? Мы здесь погуляли, да? А то я вчера играл, я не помню. Это у нас... Да, мы здесь были, я вспомнил. Так, а ну-ка глянем сейчас. Вот, у нас две девочки, они без розовых щечек. Ну, эти сестрички. Вот и девочка. Где этот лошок? Все, годится. Сейчас мы ее спасем. Так, спасти, Эл. Нет. Ох, нихера себе, мед. Спасибо за помощь. Но действительно ли ты наш друг? Но все равно, малышки несут тебе подарок, чтобы показать, как мы это ценим. Какой подарок? Отправляет вам подарок. В плюшевых мишках. Блять, еще мишек искать. Которые в автоматах сад собиральщиц. Сука, что за автоматы, блядь? Че так сложно, блядь? Кто это все придумывает? Как они выглядят, автоматы? Сад-собиральщицы, такие морды. Сзади у меня, за спиной. Вон. Сзади, за спиной. Возможно, даже вот здесь. Это не сад-собиральщицы. Нет, панель подключения робота. Спасибо вам, мистер. Вот. Спасибо, что нас спасли. Нихера себе. Ну, заставляет. А я не хочу ставить это. Но меня так не трогает. Пора спать, мистер Би. Бронебойные патроны теперь взять не могу. Да блять, ну что за... Хер с ним, давайте. У нас тут до хера всего. Так. Угу. Ну, здоровье. В любом случае. Бахнем еще здоровье. Бахнули или не бахнули? Я что-то не понял. Плазмида, да? Плазмида. Бахнули еще. А-а-а! Кидайте в противника любые предметы. Поймайте гранату на лету и бросьте ее во врага. Так, ячейка физического тоника. Я понял, инженерного тоника. Вот это хочу. Вот они открываются, эти ячейки. А, блядь, не открываются. Или открываются. Зимняя стужа, нахер это я еще не готов к этому, а у меня 100 осталось. 100 осталось. Давайте Еву сделаем еще побольше, да? Недостаточно денег.
Да я ж не делаю больше ничего. Так, ладно. И теперь получается у нас телекинез 3, F3, наверное, да? F2 пламя, F1 лепездричество. Нихера себе, мы, блядь, вооружены, очень опасны. Мишка пропал. Сука. Мишка пропал, блядь. Я счастлив. Генетический банк. Вот оно, вот. Открыто. Пооткрывал я, да. А, я открыл на хакерство. Все, я понял. То есть они индивидуально открываются, когда Ева у нас есть. Блять, хоть бы не забыть. Бегаешь, как девка. Это тебя не спасет, придурок. Так, тут у нас один. Я не буду с ним воевать, потому что у меня там... Так, кстати, давайте посмотрим. Вот, одна девочка розовая, сестричка. Еще одна где-то есть. Я что-то не понял, у меня стало больше, это самое, моя Ева. Ну, наверное, стало, да? Блять, нахуй я сигареты. Даже в плохое время должны быть какие-то правила. Чё ты кряхтишь? Меня жаба до сих пор давит, что я тогда вот эти вот патроны на автомат, на свой, провтыкал. Так и не забрал. Вот, где-то здесь девочка, да? Где ты только? Вот ты, да? Есть ли там? А, это ж тот черт, которого вы, помните, обидели. У меня, блядь, одна мина. И может, пообедаем? Есть еще какие-то снаряды, блядь. Нихуя на него надо, блядь. Осколочная граната одна есть. Так, давай, иди сюда, не бойся. Нет, 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 нет. Все, беги. И у этого бабосика. Надо нам кошелек больше сделать. Я смотрю, пошла жара. А че я с этим пистолетом, блин? Да, блядь, мало очень патронов. Там же была вот эта вот штука. Типа на боеприпасы. Сделать больше. Я уже ничего взять не могу, блядь. Надо затариться. Я понимаю, что нам сюда. Сейчас.
Сейчас мы Еву зарядим, возьмем. Это у нас что, генетический, да? Тут у нас ни хера нету. Но у нас нету компонентов. Тут же где-то был, да? А, не было. Ладно, пусть валяется. Так, куда нам? Сюда. Распылить препарат. Как его распылить? Что мне текать? Блокировать дверь в лабораторию. Каким образом? Единственный способ не пустить внутрь непрошенных гостей. Блядь, у нас тут творится. По стрелочке, блять. Ну и как я запру дверь? Вот так. Там немного, но каждая частичка важна. Ты запер дверь. Хорошо. Это поможет нам выиграть время. Так, и что мне, блять, делать? Ого. Что ты копаешься? Думаешь, я тут? Да хуй там. Хули ты с граблями, блядь, против автомата. Баран. Это что такое, блядь? Что мне делать? Вот этого какого-то, да, летает тут горящий, блядь. Вот того вот, блядь, который... Черт возьми, сколько раз будет готовиться этот препарат. Надо покупать что-то срочно, блядь. Блять, блять, блять. Оно вернее. Где ты прячешься? Это вам не вшивая начинка, Лера. А я стрелять какие-то моменты не могу.
Давай, давай, блядь! Сука, пропал. Ёб твою мать, пропал. Нихуя себе тут баба, патроны закончились, блядь. Блядь, папочка этот, сука. Блядь, лечить. Нихера себе заметил. Где у меня дропас? Два патрона. Нихера себе, бля. Баран, блядь. Жми на чёртову кнопку. Что там говорит, блядь? Это вот, сука, надо какого-то, блядь. Они пропадают, блядь. Нахуй я себе такой. Этого красного, блядь. Блядь, патронов. Хуйня осталась. В аптечек хуйня. Жми на какую-то кнопку. Что, загасили? Какой-то, блядь, ракетный дел мастер, блядь. Ну, нормально. А. Так, а где у нас магазин? Отлично, парень. Дыши глубже и наслаждайся жизнью, а потом вперед на пологие холмы за батисферой. Следующая остановка — дом Райна. Фух! Пришло время крови. Мы молодцы. Особенно я. Еще жена как раз звонила в эти моменты, когда... Так, а, не это. А смотрите, когда мы пополняем здоровье, у нас немножко Ева пополняется. Ну, я только что просто не на ту кнопку нажал. Что у нас тут? Нам надо потратить деньги. Да, мы, наверное, сейчас их тут и потратим. Что там по взлому? Ох, ёпта.
Так, аптечки у нас, револьверные, бронебойные. Пусть будут картечки. Ну, мины. А, у нас 6 штук. Шоколад, Ева. Ну, пусть будет. Этих ходят. Пусть будет. А, вот эти вот вкусняшки, они немного повышают Еву, а я смотрел на уровень здоровья. Так, ну где мне теперь позабирать то, что там бабки пооставались? Не хочу я это. Будем его гасить, но он нам не нужен. А, здесь мы гуляли, да? Здесь мы гуляли, вышивали. Ну что, жизнь перестает быть томной, да? Такой мне. Тебе так не нравятся традиционные методы отделения души человека от тела. Ты же не из ЦРУ. Ты от Атласа. Да вот давай, блядь, скажите, что там. Мне пока никак разделаться не удается, но ничего. Со временем я подберу нужную отраву. Я не верю в Бога. Нет никакого невидимки на небесах. Но существует нечто, властное над всеми нами, сочетание наших общих усилий, великая цепь производства, объединяющая нас. Однако лишь когда мы действуем... Фух. Ну, походу нам сюда, да? Форт Веселый. Мы ж просто тут не были. Цели. Вон там впереди батисфера Райна. Ну да, нам сюда. Это что? Игровой автомат. Автомат. Веселый одному парню по имени Сандер Коэн. Кто-то называет Коэна артистом, а по мне так он и звучит. Нормально. Я в жизни всяких повидал головорезов, негодяев и странных типов, но Коэн им всем 100 очков форы дал. Он совершенно чокнутый психопат. Какая-то херня, блядь. Так, записью личная. Блядь, радость хакера. А мы ничего не можем. Нет, в смысле, мы что-то можем, вот автозловщик не можем. Мы ж все проебали. Снаряды наводящиеся на тепло, болты-ловушки. Бронебойные патроны. Да нахер, у нас же вроде как пока есть оружие, да? Ну, в смысле, патроны. Не так, чтоб прям... Не так. Нахера мне теперь вот этот гаечный ключ? Зарядиться надо везде. Пленка, блядь. О! Нормально. Жидкий азот. Это мы можем замораживать.
электрический гель. Эх, блядь. Нахера нам гаечный ключ? Где его продать можно? Ладно, автомат возьмем. Это шо у нас? То же самое, что и было. Я еще там до конца не разобрался. Пока все, что у меня стоит, меня устраивает. Может, там по сюжету надо будет какие-то... Ёб твою мать. Давайте его взломаем. Ну, как бы он тяжеловат, да? Главное быстрее, блядь, думать. Нахуя сюда? Пусть будет, да? Главное, чтоб тут подъебона не было. Зашибись. Его не можем взять. А, нам не сюда вообще. Это шо? Музыкальный аппарат. Нахер. Все равно ничего хорошего не поставит. Не понял. У нас стрелочка пропала. А мы шо, обратно пришли? Еще можно было услышать что-то приличное. Долг артиста — услаждать слух и восхищать душу. Так что попрощайтесь с этими трепачами. Вас ждет вечер с Сандером Коэном! Найти, блядь, Сандера Коэна. Я уже несколько месяцев не видел тут ни единой живой души. Сейчас посмотрим, то ли ты просто случайный бродяга, то ли нечто более интересное. Так а шо, я не пойму ни хера. Открывайте двери, блядь. Что у меня, сука? Где ты учился? Блять, что тут? Мусорный ящик. Не беги! Мы же только начали! Только у нас самый... Солодовый уксус. Я так долго ждал, пока в этом городишке появится что-нибудь аппетитное. Но пока все сплошь мужеланы и деревенщины. Впрочем, это же мое воспитание. Входите, входите, Сандер Коэн. Все, открыл, да? Приветствует вас во Флит-Холле. Так открывай дверь, блядь, дятел. Что это за сердечки? Что они мне дают? Мутантов-паука.
какие-то там эти, блядь, штучки, дрючки. Шо, здесь мы можем купить револьверные патроны, аптеки, только взлом. А что это у нас? Бронебойные, револьверные, жидкий азот. Жидкий азот пока мы не умеем. Револьверные патроны. А, у нас и денег нет. Блять, я так понимаю, что я, наверное, свой джекпот потратил. Что-то мне страшно, блять. Кот. Добро пожаловать в порт веселый! И шо, по стрелочке? Не благодари меня за то, что я забил помехами эти скучные передачи Атласа и Райна. Пусть себе грызутся. А вот художник, да, художник знает, что следует возделывать более богатую почву. А где ж нам код взять? Вот надо не забыть, да, если цифры увидим. Я испытываю тебя, мотылек, но не без причины. Я проверяю всех своих учеников. Иные сияют, как галактики, другие сгорают, как мотыльки, летящие на огонь. Войди же в мое жилище. Нигде не написан, блядь, этот код. Где-то камера, сука, надо ее найти. Что-то боязно немного. Но не так, чтоб прям аж очень. Но есть момент такой. Даже не боязно, а напряжено, да? Напряжено. Новая локация, непонятно, что тут. Вон камера, увидел. Сейчас она отвернется, мы ее... Гыч! Вот так вот. Противопехотными, сука, снарядами, блядь. Патронами. Сигареты я курить не буду. Так, курить мы не будем. Принципиально. А нам точно туда? Да, вот это патроны. И нахер а то искать что-то, блядь. По мелочухе, да, размениваться. Лифт приехал. Разрывные, противопехотные. Вот это вот вещара. Это он. Что с ним сделать? Я посмотрю, его убить. Просто идите. Понял. Или его не надо было убивать? Лети сюда, мотылёк. Жизнь, смерть, долг художника — это уловить. Посмотри на юного Фицпатрика на сцене. Возьми камеру, сними его таким, какой он сейчас, чтобы я его запомнил. —
И теперь у тебя есть Фицпатрик, уловленный в момент своей славы. У тебя, похоже, верный глаз, мотылёк. А теперь иди в Атриум и помести его фотографию в мой шедевр. Это станет началом нашего сотрудничества. Так, Атриум, что это такое, блядь? Новая задача. Найти шедевр. Ну, стрелочка есть. Блядь, только непонятно, куда она меня направляет. Да ёб твою. Туда? Блять, куда ж ты меня направляешь, падла? Ты здесь, мотылёк. У тебя свой холст, и ты хочешь писать по нему кровью человека, которого я любил. Да, я отправлю тебя к Райну, но сперва ты должен стать частью моего шедевра. Вот это... Ступай в Атриум. И побыстрее! Моя музыка капризна и непостоянна. Так а как мне, блядь? Видишь, когда я обращусь в прах, вот на что они станут указывать. На мой квадриптих, мой шедевр. Давай, не бойся, прикоснись к нему. Да чем я, блядь, прикоснусь? Хером? А что, я две фотографии? Нет, одну. Да, вот и Фицпатрик, избавленный от всех порогов и недостатков. И вот чудесные новости. Это и есть миг созидания. Там, снаружи, есть три человека. Все мои бывшие ученики. И всех их объединяет одно — предательство. Отыщи их, мотылёк. И обессмертим смертность в моем квадриптихе. Ступай. Как только они получат свою награду, ты тоже будешь вознагражден. И отправишься к Райну. Ага, три фотографии, три предателя. Секунду. Застрял. Площадь, где у нас, блядь, площадь? Получается, выйти надо, да? А, еще вот эту херню не нашли. Так. Нет, выйти не надо. Не, мы выходим, да? В батисфере. Или я не прав? Или я не прав, блядь. Так, Финниган застрял в обледеневшем туннеле по пути к площади Посейдона. Найдите его и убейте. Площадь Посейдона нам нужна. Где площадь?
укусил питавшую его руку. Убей его, как тебе будет угодно. Но я бы предпочел, чтобы ты использовал огонь. Блядь, где мне его? Посейдон Плаза теперь открыты для тебя, мой мотылёк. Позволь мне отдернуть занавес. А, вот это, наверное. А ну-ка. Да. Я вижу, как ты Думаешь, ты тут меня и прикончишь, старина? Все те неудачники, которых ты запихивал в свою мясорубку, паниковали, как кролики. А я просто смотрел и выжидал. И когда я вчера... Вот он, бля. И шо, бля? Они между собой, бля. Я ни хера не пойму, что от меня требуется, блядь. Как это возбуждает. Сфотографируй его и помести снимок в квадриптер. Я чувствую себя, как мамочка на сносях. Я ничего не понял, блядь, что произошло. А где мне его теперь искать? А, они подписаны. Вот, вот этого сфотографировать. Да, а теперь помести фото в рамку. Посмотрим, что тут у нас. Да сейчас. Тут у нас есть чем поживиться, блядь. Восторг живет. Девочки нету. Вот это созрело, мистер Би. Есть. Я люблю собирать. Что с вами, мистер Би? Я не против. Тут там я ее так и нашел. Тише, тише. Нет, 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 нет! Вы меня спасли. Отлично. Одна есть.
Так, где у нас рамка? Все сходится, да? Но всегда будут маловеры. Ты же не сомневаешься во мне, правда? Я всегда терпеть не мог маловеров. Кто там следующий? Восторг Рекордс на верхнем этаже уровня площади Посейдона. Вы раньше его услышите, чем увидите. Что ж там такое на верхнем этаже? Умри! Вандализм серьезный. Где эта хуйня? Вандалы в Канаде. Вандализм серьезный. Вандалы паразиты. А где же отключить? Я там внизу видел, где-то отключил, а вот оно. Посейдон. Нам наверх. А может там верхний этаж? Такое ж может быть. Телекинез. Посейдон Плаза. У меня закончились снаряды. Есть еще какие-то. Давай, блядь, бежи. Что ты, сука, стал? Где он делся? Не беги! Вот он. Не понял. Я почему-то сыграла эту роль.
коллекция почти завершена. Вот тогда и посмотрим, кто тут настоящий художник. Скажи ему, что его музыка лучше горит, чем звучит. Что это за хуйня? Бомба. Ты посыльный Коэна? У меня кое-что есть для этого ворона. Побудь немного с моими котятами. Я что, не выйду уже? Где он, сука, кидает по мне? Ещё, блядь. Мои котята! Вы убили моих котят! Он был пожитцем и моим любимчиком. Но, кажется, так он мне нравится больше. Бери его чертову фотографию. Чик-чик. Ты порхаешь вокруг форта и отнимаешь жизни на лету. Ты не мотылёк, ты ангел. Я никогда не рисовал ангелов. Наверное, стоит попробовать. Блять, а чем же его захуячить? Блять, опять я в этой жопе, блять. Блять, он меня сейчас загасит. Так, а девочку теперь где найти, блядь? Эй, Мэри, что за кислое личико? Слышал, что творится на площади Аполлона? Говорят, там людей сажают в клетки. Опять ты за свое, Мэри. Слушал звуки и сплетни. Пока совет не соберется их судить, как положено. Я слышала, там людей казнят. Каких только глупостей не болтают. Не надо поддерживать Атласа и его бандитов и повторять всю эту... Сука, а где ж девочка? Безопасность Восторга — это и наша безопасность. Ты этого не заслуживал! Yeah.
посыпались с воплями из-за деревьев. Изрыгая огонь, плюясь льдом, прямо как библейские демоны. Никогда такого не видел. Он там не бизнесом занимался, а целую армию собирал. Блять, потерял уже вторую. Кто это? Меня деньги высчитывают, да? С меня деньги высчитывают за то, что я отключаю. Прошу прощения за выплеск эмоций. Тебе придется извинить старого дурака за его артистический темперамент. Миг рождения уже так близок. Родовые муки способны затуманить рассудок и вывести из себя даже самую утонченную натуру. И что, третьего, четвертого найти, да? Четвертый. И в саду Евы. А что у меня с патронами?
где этот Посейдон, сука? Сил не хватит? Убью! Это? Неужели сам Эндрю Райан? Иди сюда, тигр. Да, я здесь, сад Посейдона. Как ни странно, блядь. Я думала, ты забыл про бедняжку Жасмин. Очень рада, что ошиблась. Простите, мистер Райан, я не знала, что Фонтейн имеет к этому отношение. На патронов купить. Что у нас тут? Да, есть малёха. Ух, ёпта. Нет, нахуй не хочу. Столько денег. Это ж вход. Нет, это не вход, или вход. Я не... Thank you.
Это оперный театр. Ну давайте уже заканчивать. Ну, блядь, ну неинтересно. Все. Тут особо так и не было ничего. А, доллары. Сюда я заходил. Вообще какое-нибудь обслуживание. Может, есть или просто это сделаю что-нибудь? Что этот человек заставлял меня делать? Иди к черту! Блять, что можно сделать? Да? Он кем себя возомнил? Вот это, наверное, он. Он был негодяй, но крепким парнем. Сфотографируй его, пока он совсем не высох. Ох, и долго я его искал. Я, конечно, там повырезаю как-то. Но здесь тяжко вырезать. Нам надо патронов купить. У нас нету ни хера. Ну, что-то есть. Сейчас посмотрим, что там нам будет. Ну и будем заканчивать, ну, чтобы вы как-то тоже ориентировались. Серия, понятно, длинная получилась, но мне не хотелось ее. Бля, это где оно? Не нашел я код. Боже. Это прекрасно.
теперь ты увидишь, что путь к Райну тебе открыт. Передавай ему привет от Сандера. О, да, и можешь взять одно из моих меньших творений в память о времени, что мы провели вместе. Если уж ты стал моим единственным и самым верным учеником, то заслуживаешь права заглянуть в укромные недра моей музы. Ага! Кто знает, родился ли уже этот человек. А теперь... Что с тобой случилось? Я уже отчаялся тебя поднять. Ладно, давай-ка забирайся в Батисферу и отправляйся в Гефест. Пора разобраться с Райном. Иди. А вот это хуйня, что это такое? Ну хорошо, девочки и мальчики, я погнал в Батисферу. Знать бы не знал таких слов. Ну а вам всем спасибо. Ну и до свидания.